Канал «Уральская усадьба» представляет. Сегодня у нас 3 июня 2017 года. Идет монтаж теплицы «Павильон» 6х6 из трубы 30х30, окрашенной в полимерно-порошковую окраску коричневого цвета. Внутри павильона будет стоять бассейн. Идет монтаж павильона. Здесь будет стоять бассейн. Большущий, огромный, как и павильон. Огромный. Размер 6х6, высота 7,2 метра. Выставка коньки 3,5. Арки фермы. Покраска полимерно-порошковая. Все отверстия просверлены. Поликарбонат бронза, вот такие фермы мощные, анкера будут. Монтажники загорают. Труба 30х30. Работа кипит. Это будет у нас павильон 6х6. Такой большой, из 30х30 трубы. Полимерно-порошковая окрашена. Всем зрителям канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 4 июня 2017 года. Построили мы павильон. Шириной 6 метров, длиной 6 метров. Строили мы его 2 дня. Скажем так, полтора. Павильон стоит у нас на бетонном основании, которое подготовил клиент. Поликарбонат 4 мм. 0,8 плотность. Коричневый цвет. Если быть точным, то цвет называется бронза. Также у нас установлен двери купе. Весь металл выкрашен коричневый цвет, чтобы все смотрелось красиво, аккуратно. Арки у нас выполнены в виде ферм из трубы 30х30. Окрашено все полимерно-порошковым способом. Также у нас установлены стеновые промуги. Открываются вот таким способом. Установлены они по диагонали друг от друга для лучшего проветривания. Форточка в торце у нас имеется. И две коньковые фрамуги. Две коньковые фрамуги установили одна напротив другой. Крепление поликарбоната осуществляется с помощью термошайб. Вот так у нас коньковая снаружи выглядит фрамуга. Стеновая фрамуга сейчас закрыта. Это стеновая фрамуга в открытом положении. Хотелось бы отдельно отметить, что обварка всех детали выполнены в круговую. По верху конструкции установлены фермы. Конструкция большая, конечно, получилась. Здесь у нас будет стоять бассейн, но не у нас, у клиента. Все торцы у поликарбоната у нас защищены торцевым профилем. Также установлен резиновый торцевой уплотнитель для большей герметизации конструкции.
Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.